ночь с 14 на 15 августа Народная армия Новороссии окружила карательный батальон «Айдар» в районе населенного пункта Хрящеватая. Потери режима составили около 80 карателей убитыми и ранеными. 15 августа народному ополчению удалось контратаковать вооруженные формирования режима на Донецком направлении. Освобождены «Антрацит», «Милусинск» и «Красный луч». Также освобождены ПГТ Родакова и город Зимогорье. Это даст возможность развить наступление в сторону столицы Луганской Народной Республики и снять блокаду Луганска. 16 августа карательные войска промайдановского режима продолжают обстреливать Донецк. С территории захваченного Донецкого аэропорта боевики нанесли гаубичные удары по району Макеевки и Черногвардейки. В 8.30 утра по местному времени в районе Красного Лимана, недалеко от Щуровского блокпоста, завязался бой с применением танков и тяжелого вооружения. Подробности боя неизвестны. Контрнаступление ополченцев под Саур-Могилой разбило планы режима по захвату Донецка. Под контроль ополчения перешли пограничные села Степановка и Мариновка.